если еще 10 лет назад, да, школьник обязательно читал с родителями книжку на ночь, то теперь на смену книгам пришли компьютерные игры, телевизор и другие блага 21 века. Родители все чаще задаются вопросом, почему их дети не читают, забывая в первую очередь о том, что любовь к книге начинается с примера. Прививать любовь к слову печатному необходимо в самом раннем возрасте. Именно поэтому программа дошкольного образования включает в себя сотрудничество библиотеки и детского сада. Наша библиотека активно сотрудничает с муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детским садом номер 3 «Улыбка» города Калача-на-Дону. Цель сотрудничества – пропаганда детской литературы, воспитание уважительного отношения к книгам. В начале учебного года руководство библиотеки составляет план работы с дошкольниками группы номер 12 «Знайки» и группы номер 5 «Капельки». На основе выработанной программы между учреждениями заключается договор, в котором прописано творческое сотрудничество библиотеки и детского сада на ближайший год. Дружба библиотеки и дошкольного учреждения очень крепкая. За это время в царстве книжек побывали как ребята со своими воспитателями, так и родители с детьми. Я очень рада, что наша группа содействует вместе с библиотекой. Спасибо вам за отзывчивость, за интересные мероприятия, за то, что вы вкладываете в наших детей те знания, которые им нужны в будущем. В 2018-2019 учебном году в программе предусмотрены как чтение книг дошкольникам, так и помощь в мероприятиях детского сада. На данный момент городская детская библиотека «Филиал номер 2» помогает в инновационной технологии, которую разработали педагоги детского сада номер 3 «Улыбка». Книга – помощник. Она учит, объясняет, рассказывает, побуждает к новым вопросам. Для того, чтобы дети не просто послушали и забыли, а глубже понимали произведение, проникали в самую суть и формировали свое мнение о прочитанном, воспитатели детского сада стараются сделать простое чтение сказки или рассказа чем-то волшебным. Поэтому совместная работа детского сада и библиотеки очень важна. За 2 года было прочитано большое количество книг, как самостоятельно с детьми, так и совместно с сотрудниками библиотеки. Также были проведены чудесные мероприятия, такие как «Этот загадочный мир театра», тренинг с родителями и детьми по инновационной технологии, новогодний калейдоскоп сказок, конкурс чтецов «Земля моя золотая». Я очень рада, что наше дошкольное учреждение совместно работает с городской детской библиотекой «Филиал номер 2». Замечаю за сыном, что он с удовольствием входит в детский сад. Вечерами с интересом рассказывает о том, что узнал, что делали, что читали. Особенно ему нравится новая инновационная технология, которую разработали воспитатели детского сада. Экскурсии в библиотеку и когда библиотека приходит в сад с новыми интересными мероприятиями. Спасибо за сотрудничество, и я горжусь, что мой ребенок входит в детский сад номер 3 «Улыбка». Встречи с детьми дошкольного возраста всегда проходят эмоционально. В таком возрасте дети верят в сказку, чудо, лучше запоминают правила поведения в библиотеке, авторов книг и героев. Так, на мероприятии «Путешествие по книгам» в детский сад номер 3 «Улыбка» были приглашены сотрудники городской детской библиотеки. Они рассказали о том, как важно для любого человека много знать и читать. Увлекательное путешествие в сказочный и неповторимый мир книги не оставило равнодушным ни одного юного участника этой встречи. В ходе мероприятия к детям пришел сказочный герой Бармалей, который вместе с дошколятами принял активное участие в викторине «Любимые сказочные герои» и разгадывал загадки в игре по страницам любимых книг. Мероприятие сопровождалось показом слайдов и музыкальных видеороликов. Разве может телевизор, как книга говорит? Поэтому кому я поприветствую кота, и увидя, как из моя чешуей, как жайгая. Буду дядька чуна молом, течи три богатыря. Детям гобля крылова, посидим с толстым в саду, и с Наташей в Ростовой потанцуем на волну. Мы послушаем бьем, мы спаем свои купеты, ну как после обед, даст нам вредные советы. Книга, верный наш попутчик, да и что тут говорить? Разве может телевизор детям книгу заменить? После проведенных мероприятий совместно с библиотекой в глазах детей можно увидеть столько восторга и радости, что хочется больше и больше удивлять, радовать и восхищать детей новыми идеями.
От себя хочется добавить, что знакомство ребенка с библиотекой желательно продолжать и самостоятельно. Приходите сюда с детьми просто так, чтобы ребенок имел возможность выбрать ту книжку, которая ему понравится, с теми иллюстрациями, которые ему приятны. Очень важно, чтобы люди, которые учат детей любить книги, любили бы их сами. Здесь уважение к книгам чувствуется во всем. В аккуратно расставленных экземплярах, в выборе книг и в доброжелательных сотрудниках, которые всегда подскажут произведение, подходящее по возрасту ребенка. Мы очень рады, что сотрудничаем вместе с нашими дорогими библиотекарями. Спасибо вам за вашу помощь в мероприятиях, которые мы планируем, за участие в нашей инновационной технологии, за поддержку, которую вы нам даете. Коллектив городской детской библиотеки филиала номер 2 города Калача-на-Дону выражает свою огромную благодарность вам за оказанную нам помощь в воспитании у детей интереса к книге. Надеемся, что вам и вашим воспитанникам вновь и вновь захочется посещать этот чудесный книжный дом, где создана для этого особая атмосфера и уют. И мы будем рады участвовать в ваших интересных проектах.